«Сбросить лишние 4» продолжается. Мы провели очередное взвешивание участников и делимся с вами его результатами. На той неделе я 3 килограмма сбросил за неделю, а в этот кило 100. Прошлой неделе просто много сбросил, поэтому сегодня кило 100. Ну это круто, это легко. Ты утром встаешь всегда бодрячком, не знаю, тебе намного легче передвигаться, проще делать какую-то работу. То есть как бы, ну, не так быстро устаешь, но это вообще классно. Кило 700. Довольна результатом? Да, я же говорю, я что-то пережала, по-моему, я на полтора вообще шла, а тут кило 700. Я скриншот сделала с моей первой тренировки и с последней тренировки, с крайней тренировки. Вот, и ну там прям видно, да. Конечно, легче становишься. Проемы нормально проходишь. То есть все нормально, как бы, да. Проскальзываешь, как бы так вот. За эту неделю я сбросила кило 650. Результатом довольна, но мои нервы, по-моему, дороже. Очень большие скачки на этой неделе были. То сначала был большой минус, потом был плюс. Ну, мне, конечно, сказали, что это вода. Но все равно, когда ты видишь на весах сначала так, потом так, и в голове вообще сумбур. На этой неделе я сбросила 50 грамм. Вот. Ну, я связываю это с тем, что на работе очень много дел, потом у меня семейная ситуация очень стрессовая. Ну, стресс не позволил мне, наверное, снизить вес. Делала все, как сказал тренер, выполняла все рекомендации диетолога. То есть все как обычно, все как в течение этих полутора месяцев. Но почему-то результат сегодня совершенно минимальный. Вот. Ну, я не огорчаюсь, я знаю, что это временное, но как только все придет в норму и дома, и на работе, вес пойдет вниз, и я буду дальше заниматься. 800 грамм. Ты довольна вообще? Конечно, конечно. Мне нравится. Я начала влазить в свою одежду, когда я была стройной. Появилась энергия. Ну, вообще, мне очень нравится. Минус 800, как бы, казалось бы, по сравнению с другими участниками, это мало. Но, блин, это минус 800. Кто-то продолжает сидеть до сих пор на диване и жевать булки, а у меня уже минус 800. В принципе, ребята, да, молодцы. Много кто скинул свыше 10 килограмм. Минимум каждый скинул. Вот, поэтому ребята молодцы, да. На самом деле, кто уже выбыл, у них есть великолепнейшая возможность посещать тренировки. Вот, не все посещают. Вот, но, в принципе, те, кто еще соревновательные, так сказать, гонки, все ходят на тренировки. So I'm out with doing this. My whole life has been a movie, kid. You should notice who you're fooling with. Put them numbers on the board. I got a shooter's wrist. Let me tell them one more time exactly who did it. Who did it?